Синя кровь.
видимо, долинцы мочи. Господи, ниже ли святого Твоего Духа, в третий час апостола Ты не спасла, и того благения Ты не от нас, но обнови нас, молящих Тесе. Не отрежу мне от лица Твоего Духа, Твоего святого, и не привет мне. Чем вы. А мне даже кажется, что в большей степени, потому что, ну, годы знакомств, годы юношества, вы знаете, что патриарх учился в свое время в Санкт-Петербургских духовных школах, в то время, когда владыка Герман там был ректором. И патриарх до сих пор воспринимает владыку нашего митрополита как своего аву и учителя, и очень перед владыкой Германом благоговеет. И по этой причине, в связи с тем, что плоды трудов владыки на Волгоградской земле, они очевидны, я думаю, всем. Все знают, сколько было храмов здесь в 91 году, и могут посчитать, насколько увеличилось количество храмов, насколько увеличилось количество духовенства и верующих, и люди продолжают приходить в церковь. И все это означает, что церкви необходимо не только больше священников, но и больше архиереев. И вот труды владыки Германа привели к тому, что святейший патриарх и священный синод приняли решение назначить ему помощника,
послушника, сани архиерея, ну вот меня, вот, покорного вашего слугу и нижайшего послушника владыки Германа. Я буду делать то, что он мне благословит, служить там, где он благословит, и заниматься теми вопросами, которых он мне определит. Мне необходимо подчеркнуть, есть один архиерей правящий, это владыка Герман, и есть его помощник, это я, полномочия которого определяются исключительно волей и решениями владыки Германа. Это важно понимать. Вот. И я очень надеюсь, во-первых, на то, что так, как владыка возлюбил волгоградскую пасту, его сердце вмещает всех вас, всех и духовенства, и прихожан, даже тех, кто отрицает Бога, может быть, даже тех, кто пытается как-то противостоять церкви. Сердце владыки их всех вмещает. Я надеюсь, что в вашем владыке сердце хватит места и для меня. Прежде всего, Владыка. Прежде всего. Спасибо, Господи. Спасибо. Я также прошу вас молиться обо мне и очень надеюсь, что мы с вами станем близкими людьми и взаимными сомолитвенниками. Спасибо вам, Владыка. Все сказал, что надо было сказать. Я вас приветствую, желаю вам доброго здравия. И сейчас Владыка преподаст нам свое благословение. Пожалуйста. Потерялись. Да, потерялись.